Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Crystal Siege. Так, давай-ка зайдем в магазин и посмотрим, что у нас тут есть. Ну, это все, что у меня получается, так? А в магазине вообще... Обновить магазин нельзя, что ли, получается? Фига себе. Меч. Так, атака 91, радиус ауры. Вау. Я хочу купить себе такой меч. Заклинашки. Все куплю. Все, что есть. Так, еще. И еще. Так, теперь давай-ка посмотрим. Меч. Атака 91. Слушай, ну это круто. Снаряжаем. Это, я так понимаю, можно продать. Так, пробирки на ускорение. Все, да? Рубиновое кольцо. Принадлежности. Ну это мне не надо. Так, у нас, друзья, заснеженные горы. Лишь немногие из проводников отваживаются переходить через этот смертельный перевал. Да пребудет с нами бог ветра. Да, легко сказать, да пребудет с нами бог ветра. Так, ураганчик. Ту-ту-ту-ту, ураганчик. Зачем мне поджог? Поджог мне нужен. Давай так, наверное, оставим. Так, друзья, тут... Что тут лучше делать-то? Наверное, поставим электрические башни. Ага. Электрические, а сюда магическую. Черт знает, какую сюда лучше. Или тоже электрическую. Давай тоже электрическую. И здесь. Давай везде электрические. Понаставим башни. Глупо, наверное. У них же наверняка у кого-нибудь будет здесь защитная, или защитная, да? Аура против электричества. Наверняка. Ну что, поехали, я готов. Вот они, первые противники. Блин, самое противное, что здесь, конечно, со всех сторон будут на меня нападать. Это совсем нехорошо, если честно. Да ладно, ты еще... Да ты приземлись, ты, господи, вот ты как... Вот ты меня бесишь вот этим, что ты взлетаешь как дурик, и все, блин. Ну вот нафига этот кристалл ты сюда поставил, а? Объясни. Теперь трясись вот за этот кристалл, стой, блин. Вот и все. Урон. Повышаем урон тогда, получается, этим башням. А как вот эту башню освободить? Непонятно. Так, ползун у нас какой-то. Под землей еще ползает. Ладно, мы его накажем. Пустили кристалл твою налево, блин. Так, скелет еще прут. А что башня-то не стреляет? Блин, они не достают, оказывается. Не достает. А что ж тогда сразу не бомбило, непонятно. Так, скелеты сдохли. На всякий случай увеличим дистанцию. Я же нажимаю, чтобы кристалл не это. Почему, ребят, я не понимаю. Ведь ставлю, чтобы он не смог его трогать. Все равно он его трогает. Что за пробирочка вот эта, например? О, это скорость офигенная у нас.
Это дает нам большую скорость. Так, забомбашили. Кристалл нам в помощь. Ну, не кристалл, я имею в виду это замедление, так скажем. Башня прокачивается на следующий уровень. Так, медведь. Медведь там что-то шоркается. Все, добегался. Ну что, призываем тогда следующую волну. Ты встанешь или нет? На землю, блин, грешную. Тут, наверное, и радиус надо, и это надо. Мне на все просто элементарно не хватит манны. Хоп, такой я обломался, да, захотел кристаллик встретить. А не тут-то было. Упс. А, он вот так вот делал. Он... Слушай, так с другой стороны, это может быть даже и лучше. Он кристалл несет в мою сторону. То есть... Это даже лучше. Получается, я могу подождать, он с этим кристаллом пробежит по прямой. Только мелкие, получается, гоблины утаскивают, да? В противоположную сторону. То есть берет и утаскивает обратно. Так, он опять взлетел, блин. Вот. И этот, смотри, принес мне кристалл на место. Спасибо, дружище. Ты меня очень порадовал этим. Все кристаллы опять у нас на месте. Не все. Ну, почти все. Угу. Так, башня. Пускай радиус у нее прокачивается, чтобы она могла доставать. Да, только за счет вот то, что радиус будет у нас увеличиться, мы сможем здесь еще как-то противостоять. Что за пакость тут? Доплевалась огоньком своим несчастным. Так, еще про скорость забываешь, что тут есть у нас... А, так он и скорость атаки повышает. Ну, это вообще топ. Так, ребят, восьмая волна. То есть скорость движения и скорость атаки, это шикарно. Ну, бомбани ты ее. Хать. Кристаллик почти на место. Сундук какой-то выпал мне. Это вот хорошо, что кристалл сюда притащил он. А если бы он вот тогда дальше пронес бы, это было бы не очень круто. Как неприятно, да? Хотел бы поживиться кристаллом, да не тут-то было. Да не тут-то было. Так, ребят, еще 5 волн пережить нам. Надеюсь, получится. Угу. Давай, 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 неси, неси на место кристалл, неси. А вот это вот не надо, это лишнее. Так, ты присядь. И скорость атаки вруби. Так, давай сюда. Так, а это что у нас? Черепки еще тут летят. Это не очень хорошо.
Все, здесь разобрались. За ними надо постоянно смотреть. Так, куда ты там, а? Так, эти черепки я помню. Еще те проказники, они ускоряются, потом хватает наш кристалл, да? И сматываются с ним. 230 нужно на атаку, ёк-макарёк. Следующая волна. Блин, как долго с ней, а? Вроде башни прокачанные, а такой урон минимальный, я прям не знаю, ребят. Постоянно за этим кристаллом не нужно смотреть. В любую секунду, вот, блин, ребят, во, видишь? Увеличим радиус. Такс, три волны еще осталось переждать. Ой-ой-ой. Да, ребят, это те самые големы, блин. Своей чертовой защитой, да? Взорвался к чертовой бабушке. Так, иди лесом, жаробасы. Давай сюда. Что-то давно никаких улучшений не было. Ускоряться? Давай ускоримся на него. Так, все кристаллы пока на месте. А кто кристалл-то утащил? Эй, ребята! Я не понял, кто у нас утащил кристалл и когда утащил, главное, что непонятно. Зашибись. У меня нет кристалла одного, ребят. Вроде все были. И куда-то исчезли. Когда они умудрились? Я не понимаю. Но его нету. Вот так вот. Так, это еще не последняя, оказывается, волна-то у нас была, да? Это еще не последняя волна. Так, еще опять идут эти големы. Там взорвалось. Ну что, я так понимаю, это последняя волна. Нам ее нужно будет пережить каким-то образом. Все-таки насчет кристалла я не понял, ребята. Кто стырил? Когда успел? Вот что самое непонятное. Когда успели это забрать? Вроде бы всегда смотрел, и никого там не было. То есть я не видел, чтобы противник какой-то подошел там и схватил его. Подойди ты, бомбани ты по ним уже. Ёк-макарёк, ну что ты стоишь и любуешься непонятно чем? Какой появился, думаю, сейчас тащу кристаллик. Но не тут-то было. Мы его опередили. Все, надеюсь. Да, друзья, но один кристалл все-таки где-то сфейлился. Так, 13 уровень мы получаем. Плюс один магическая сфера. Давай откроем этот и вот этот. Броня. Что за броньку мы получили, интересно? Угу.
Заброшенная шахта. Более 10 лет тому назад это была процветающая шахта гномов. Теперь здесь можно найти лишь обломки кирок и остатки взрывчатки. И остатки взрывчатки. Так, магия. Вот это вот, да? Это что у нас получается? Сковывать несколько врагов с помощью высокого напряжения. Нажмите на первого врага, которого хотите атаковать. Чем дольше держите заклинание, тем дольше враг будет захвачен. И тем больше будет нанесен урон. Угу. Купить. Купить. Без этого просто, ребята, ну... уже никуда, если честно. Без этих заклинашек. Так, а что за броня хотя бы? Блокировка врагов, скорость ходьбы, скорость стрельбы. Какой стрельбы? Стрельбы, блин, я не знаю, ребят. У нас пока нормальный доспех стоит. Я, наверное, его и оставлю. Ну что же, погнали. Так, здесь взять, наверное, вот это вот. Это уберем, а эту поставим. Начать. Башня эльфов и башня гномов. У гномов, смотри-ка, сколько. 40-90 урон. Зашибись. Опять две этих. А, он отсюда пойдет, враг. Ну, с шахт 100% тоже пойдут. Я просто нутром чую, что с шахт тоже пойдет враг. Не знаю, давай сделаем так. Здесь... магическую башню. Здесь я не знаю какую, наверное, тоже электрическую. Здесь магическую. Пока все. Башен больше, как ты видишь, нету. Ну, понятно, что пока все легко. Опа! Все-таки я был прав. Кто? Нага. Говорят, что эти древние змееподобные существа старые так же, как и сам магический кристалл. Наги устанавливают с ним духовную связь, позволяющую им ускоряться более чем в два раза после того, как они заполучат осколок. Ну, пускай вначале хотя бы его заполучат. Устанавливает он связь, видите ли. Тут всего два камня, кстати. Постоянно нужно держать на чеку, как говорится, да? Палец на пульсе. Твою налево, теперь скелеты пошли. Что-то эта артиллерия как-то фигово бомбит. Если я должен признаться вам, друзья мои, очень плохо, на. Открывай сундук. Пойдем быстрее тут бомбить этих скелетов, супостатов. Опять нага ползет. Что-то сопротивляется, посмотри на нее, а? Несчастная нага. Блин, конечно, мне вот эти вот башни бы очень сильно пригодились бы, которые тут есть. Но которые, к сожалению, я не могу использовать. Тем более, сам понимаешь, всего лишь два кристалла здесь. Еще какая-то мумия. Поднявшаяся из древней могилы мумия является одним из самых коварных созданий, находящихся под командованием темного повелителя. После того, как ее убьют, выпускает трех скоробеев. Эти мистические жуки заряжают первый попавшийся им труп, который затем возрождается в виде новой мумии. Чего? Ты, блин, серьезно? То есть три скоробея, которые ищут труп ближайший, и из нее появляется еще мумия, да? Так и есть, ребята.
Тебе не кажется, что это, ну, это уже имба какая-то идет? То есть сейчас этих мумий тут наплодит целую орду. И оно так и выходит. Ребят, это пипец просто. Это по-другому не назвать. Что за бредятина? Куда ты потащил, мразь? Да, мумии это, конечно, пипец полный. Просто полный трындец с этими. Вон эти черепки летающие, бесявые. Это же шаман их выпускает, да? Или кто? Блин, опять мумии. Я так понимаю, мумии лучше все-таки в самом конце нам бомбить. Не надо. Как ты считаешь? Да давай ты бомби этих мумий лучше, ёп, красоты. Да чё за трещня-то идёт, а? Маги, хераги, тут чё только нету. Ты камень, ты будешь... Так, опять мумия идет. Ее надо валить. В первую очередь мумия, потому что чем больше трупов мы оставляем... Ты посмотри, они видишь, что делают? Давай бомби, руби их там нафиг, я не знаю. Куда потащил? Красота, блин. Да ё, просто я думаю, что такое-то у меня просто стоит, не дерется. Все взрывается, бумкает. Так, полетели, короче, не знаю, там. Ч
Чего-то меня эти мумии напрягают. Пускай улетают. Ну, что тут у нас? Да, пробирки с манной только шорох, ребята, улетает у нас здесь. Просто. В мгновение ока. Можно это так сказать. Так, эта пушка прокачана по максималке. Наги еще тут. А у нас больше ускоряшки нету, да? Сколько тут еще? Еще две волны нам надо пережить. Так что вот пытаемся пережить. Скорость стрельбы. Давай скорость стрельбы увеличим, наверное. Конечно, наверное, еще хотелось бы не только скорость стрельбы, а еще и критический шанс. У этих башен тоже надо урончик повысить. Так, пока все на месте. Ну, с этими быстро расправиться. Именно магические, да? Наши башни. Не те, которые бьют лучами, а именно магические башни. Это пока тут как тут уже. Так, вот здесь вот у нас тоже, кстати, наверное, я башню магическую сюда поставлю. Окей. Так, теперь мишки косолапые у нас идут. Это, ребят, последний вам. Так, пойдем-ка сюда. Пять мумий, ну ё-моё. Подожди. Пускай исчезнут трупы, а уже после. Сейчас мне здесь мозг вынесут, короче, блин. Да зачем ты мумий-то бьешь, просто. Короче, заваруха за этот у нас получается здесь. За кристалл. Убьемся за кристалл. Да неужели? Блин. Фу. Замечательно, ребята. Есть. 14 уровень, плюс 1 атака и плюс 7 манны. Все-таки мы прошли этот уровень. Камень, деньги, деньги. Так, у нас 1849 манны. А это что у нас? Поднимает мощную стену огня. Так, наносит любому урон, проходящую через нее. Фигня полная. Обрушивает разрушительный огненный дождь, выжигающий все в поле зрения. Аккуратно повторите изображение пальцев, чтобы вызвать это могущественное заклинание. А вот это что? Укрывает героя среди языков пламени, который наносит урон окружающим его врагам. Фигня какая-то полная. А вот это что такое? Попутный ветер. Сила ветра увеличивает скорость и атаку башен. После активации все башни на время получают огромный плюс к скорости силе атак. Вот это вот уже норм. Так, в магазине. Конечно же, покупаем все снадобья пробирки. А это мы продаем.
Так, 550, блокировка, атака, запас маны. Нет, это продать. Кольцо 1600, запас маны, регенерация маны 17. А чё же я вот это кольцо-то не поставил? Снарядить. А вот это уже продаем. Вот так вот. Здесь купим. 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 Ох ты, броня, мантия боевого мага. Ну уже поздно, ребята. Уже поздно, я уже закупился. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.